В Петербурге автобус протаранил витрину магазина. Все случилось на Большом проспекте Петроградской стороны. Пока обстоятельства не ясны, но по предварительной версии, перед этим автобус столкнулся с маршруткой и потом слетел с дороги. Пострадавших шестеро. До приезда экстренных служб из салона им помогали выбраться прохожие. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщается, что все люди, получившие травмы, находились в автобусе. По счастливой случайности в момент аварии на тротуаре не оказалось пешеходов. Никто из посетителей и сотрудников магазина также не пострадал.